Сегодня в Чувашии отметили 129-ю годовщину со дня рождения Константина Иванова. Литературная общественность собралась у памятника поэту на Красной площади Чебоксар. Константин Иванов был необыкновенно одаренным человеком. Помимо поэтического, обладал художественным даром, писал портреты, рисовал декорации к спектаклям, увлекался фотографическим искусством. Но самый весомый вклад Константин Иванов внес в становление чувашской литературы. Его поэма «Нарспи» по сей день считается настоящим шедевром и переведена почти на 15 языков. Однако его перу принадлежит немало других произведений, которые столь же интересны и важны для понимания и национального характера, и духовного мира чуваш. Константин Иванов прожил всего 25 лет, но оставил после себя богатое наследие. Предмет его творчества – извечная борьба добра со злом, человеческие отношения во всей многогранности, и поэтому оно по сей день не потеряло своей актуальности. В художественной литературе, в историю он вошел, и как переводчик, благодаря ему, наш чувашский народ имел возможность читать Некрасова, Лермонтова на родном чувашском языке. А бессмертная поэма «Нарспи» по праву современниками называется национальным чудом.